Всем привет, ребят, с вами я, Диана, и в этом видео мы с вами потрейдим золотого моржика, но перед началом этого видео подписывайся на мой канал, ставь лайк, пиши любой комментарий, также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики, поехали! Давно мечтаешь о крутых пэтах из Adobe, но не знал, где их купить так, чтобы тебя не обманули? Или у тебя уже есть несколько одинаковых, которые ты не против продать, но не знаешь кому? Тогда переходи на сайт Star Pets. Star Pets – это место, где ты можешь абсолютно безопасно, а самое главное – автоматизированно купить или продать своих пэтов. Больше никаких встреч с другими игроками, все трейды проходят только через ботов. Сильный дизайн, регистрация разными способами, удобный ввод и вывод средств, инструкции, если тебе будет что-то непонятно, все это можно найти на Star Pets. Переходи на Star Pets по моей закрепленной ссылке в комментариях, покупай или продавай своих пэтов быстро и безопасно. Так, ребят, получается, этот морж очень дорогой, потому что я открыла 16 боксиков, и мне оттуда не выпало ни одного золотого моржика. Подождите, нам кидают трейдик, давайте посмотрим, что же мне тут хотят предложить. Потом я дальше вам все это расскажу. Так, нам предлагают Golden Ladybug, но как-то тоже это маловато, и ставят собачку черненькую из Хэллоуина, и еще одну собачку, но это мало. Так, ну давайте продолжим, получается, как я уже и сказала, я открыла 16 боксиков, и не выпало ни одного золотого моржика. Получается, мне выпал один летний морж, и 15 обычных моржей, это очень плохо, ребята. Кто смотрел видосик Никиты, ему выпал один морж из 100. Кстати, мне опять прилетает трейдик, давайте посмотрим, что же тут мне хотят предложить. Так, нам пока что ничего не ставят, давайте подождем. Так, мне ставят золотую кошечку. Но получается, вот эти кошки падали, получается, часто, и получается, стоили они недорого, получается. А вот эти вот у нас боксики, они стоят очень дорого, и они у нас легендарные. И нужно закупиться этими боксиками, хотя бы 10-5 штук хватит, чтобы потом в дальнейшем их потрейдить. Кстати, этого золотого моржика мне дал Кликс, ссылочку на него я оставлю в описании. Так, ребят, спустя 10 минут мне прилетел трейдик, давайте посмотрим, что же тут нам хотят предложить. Я ставлю золотого моржика, нам ставят, получается, Акселота и Октопуса, но как-то маловастенько. Также ставят караван, вот это вот за 600 звездочек вроде бы. Но это тоже маловато, поэтому я буду отклонять это предложение. Так, ребят, и вот такие вот трейдики были на нашего моржа. Их вообще не было, но давайте я вам покажу, что давали в первый день за этого моржика. Получается, вот я вам покажу два. В первом Flyride Flamingo, во втором Neon Flyride Король Пчел. Ребят, это были шикарные трейды, поэтому, ребята, видите, вы спустя 3 дня после обновления ничего не дают за этих моржей. И вообще, в дальнейшем тоже, где-то год-два тоже ничего хорошего давать не будут. Поэтому, ребята, вообще мне моржи не нравятся. Пишите в комментариях, нравятся ли вам эти моржи. Если ты досмотрел это видео до конца и не подписан на мой канал, то обязательно подписывайся, ставь лайк, пиши любой комментарий. Также не забывай про колокольчик, чтобы не пропускать мои новые интересные видосики. Скоро я буду снимать очень длинные и качественные видосики, так что подписывайся.